Весенний кадетский бал – событие в пятой школе ежегодное. К нему готовятся задолго, репетиции занимают не один месяц. Кадеты с 1 по 11 класс разучивают па главных танцев светского общества. Участвовать волнительно всегда, то, что оступишься, упадешь или что-то такое. Готовимся мы всегда заранее, за месяц, можем за 3 месяца готовиться. Наталья Алексеевна – это наш хореограф, она нас очень хорошо готовит. И всегда мы готовы на бал на все 100%. По традиции, мероприятие посвящено победе в Великой Отечественной войне. В образовательном учреждении патриотическое воспитание – одно из главенствующих направлений. Здесь в преддверии праздника царит атмосфера радости, весны. Вальс, кадриль, мазурка, галоп. От танца к танцу кадеты и гости бала скользят сквозь время. Кульминация торжества – объявление главных пар года – принца и принцессы бала 2024. Четвероклассники Дарья Ильиченко и Артем Гудко удостоились этого титула за хорошую учебу и активность школьной жизни. Старшеклассники Владислав Мякишев и Дана Симонова названы королем и королевой также за хорошую учебу, достижения в спорте и творчестве, за активность в кадетской деятельности. В завершении бала вальсировал весь зал. У кадет появилась возможность танцевать с самыми близкими людьми, родителями, которые поддерживали детей в этот день. Бал очень понравился. У меня дочка уже не первый год участвует в данном балу. Ну и хотел бы сказать спасибо организаторам, учителям за проведение таких мероприятий, которые прививают нашим детям патриотические чувства. Ну, данное мероприятие, данный бал посвящен 9 мая. Мы должны помнить события тех лет. Азалия Ташева, Данил Илибаев, телекомпания «Путьях информ».